А девки под Новый год выходят? Я не знаю, как у них, а у нас ходили только в полынью. А ну слушай, а под Новый год девки выходят, тогда же в пимах ходили, а не в сапогах, вот выходят ворота, это закроют, девки стоят во дворе и кидают на дорогу, пим сымят, кинет через ворота, и вот куда носом ляжет, туда, да, значит, замуж пойдешь. Какую сторону? Ага. Да, да. А ребята стоять, схватить, хулиганить, буквально, и мы схватить и убегать. Она тогда на одной ноге скачет, отдайте, пим, отдайте, ногу заморожу, как я пойду домой? Они нахохочутся, сказать, ну что, куда замуж пойдёшь в эту сторону? Если прямо голяшка ляжет, так, значит, все попусту. Так, а что такое ирдай, ой, полыню? Полыня, а это вот где не замерзает речка. А, вот где не занимает, да. И они туда идут. Как правило, там течение быстрое, они вот не успевают. Вот только там святая вода, а проруби это все черпают. Вот, здесь не прорубь, а пролубка называется. Ну, пролубка, пропускаете. Поп приезжаете с Христом. Ну, когда за это за святой ходит, никакого попа там нету. Поп ходит. Слушай, Ирина, это у вас так. Вот у нас олень. Вот он станет, поручик приезжает. Нет, такую обордите. Это вообще. Это же крещение. Да. Это приезжает, а прорубку сделают мужики, продолбят долгую, кони же поели в речке, и обольют красной свеклой, разрисуют ее. И вот когда... Ну вот у них, видишь, вы их прорубку наряжали. Да. А у нас прорубку сделают, а потом рядышком вырубят крест. А у вас ну, только два. А у нас поп спускает туда в эту прорубку крест. А это тут крест, уже нет. А тут люди с ведрами берут воду. У нас так же, только я говорю, их видишь, пролубку наряжают. А у нас пролубка как пролубка. Наловят голубей дома, тогда каждый держали. Да, голубей наловят и приходят туда. Как только попа спускает это, крест. Ага. А не голубей как пустят, голуби полетят, а тут это. Хлоп, они разлетятся голубями. Ружьями? Одно ружье. Одно ружье. Хлопнуть, хлопнуть, и они куда хочут лететь. И вот какие голубя домой красят их. Так. Кто крылышко, кто лапку, кто голову выстроить. У какие не прилетают домой, а какой голубь хороший хозяин домой прилетит. Прекрасно. Мужик выходит, хозяин. Да. Ага, он обдалбливается, сидит. Ох ты мой. Да, вот это уже...